На выходных в Днестровске милиционеры провели фестиваль «Мама, папа, я, крепкая семья». Это был финал среди семей, которые победили в таких же конкурсах в своих городах. Это папа самого лучшего сына, а это семья пчелок. В руках оригинальный плакат «Все будет хорошо». Почему такое название? Потому что мы любим мед. Здесь и фиксики, и обнимашки. По программе «Первый конкурс» нужно представить свою семью. Но не просто рассказать о себе, а еще и зарифмовать все это в стихи. Эта команда называется «Обнимашки», потому что мы всегда, везде, всюду обниматься очень любим. Те, кто хуже выступил в стихах, могли реабилитироваться в спорте. Второй конкурс подвижный и на скорость. Пчелки, вероятно, к физическим нагрузкам готовы лучше других. Что папа дома делает больше, отжимается или приседает? Отжимается, приседает. Каждый день? Каждый день. Спорт? Со мной. Пока папы отжимаются, мамы бегут эстафету и бросают дротики. Судьи за всем этим следят и записывают результаты. А это конкурс для пап. Папы заплетают косички. У кого нет дочери, а только сыновья, не повезло. Тут может только помочь поддержка команды. Что девочки есть. Смотрите, как мастерски завязывают. А вот уже мамы вживаются в роль папы, забивают гвозди в деревянный брусок. В итоге все команды с заданиями справились и пошли плясать под музыку ансамбля «Днестр». Завершился праздник награждением лучших из лучших. Победу одержала команда «Обнимашки» из Бендер. Второе место досталось семье тираспольских милиционеров. А третье – команде из Рыбницы. Александр Большаков, ТСВ.